Звонки не смолкали с самого начала мероприятия. Еще бы, директор Одесского русского драмтеатра Александр Капайгора, известная в городе персона. И пообщаться с ним хотел бы каждый. В первую очередь всех дозвонившихся интересовало, как завершился театральный сезон и какие сюрпризы ждут публику в ближайшее время. Мы умудрились выпустить ряд серьезных спектаклей, в том числе спектакль, которым мы сегодня открываемся, это «Князь полнолуния». Вот, написала Елена Савранская по «Стокеру». Считаю, что это серьезное произведение, которое получилось у театра. Кроме того, многих одесситов волнует вопрос, почему Александр Капайгора стал доверенным лицом Игоря Маркова. Да, я действительно давно знаю Игоря Маркова. Мы с ним создавали «Русский клуб». Вот. И тогда действительно с его помощью прибыл ряд очень интересных людей, таких харизматичных, которые поддерживали этот русский клуб. Я еще познакомившись тогда с ним, я видел, что человек именно за это, мы будем говорить так, основательно воюет, именно за русский язык. Ну, у него есть много своих других направлений. Мы с его помощью, мы уже договорились, это будет цельная программа помощи русскому театру. Это и оказание помощи приезда знаковых людей. По мнению директора театра, Одессе нужен русский культурный центр. Его создание в ближайшее время очень вероятно. Бороться за сохранение русской культуры в Одессе необходимо, считает Александр Капайгора. Ведь именно на таком фундаменте наш город и основался. Это его история и то, что нельзя забывать. Юлия Антонова, Сергей Чумаков, телекомпания АТВ.